Чтобы добавить изменения из другого репозитория свой, нужно создать pull request. Заходим в pull request, новый pull request. Если здесь не отражается репозитория, а просто ветки, то нажимаем compare across forks. У нас будет отражен репозиторий. И допустим, я хочу обновить репозиторий метро наша лепта, а именно ветку test pull request. Например, из ветки Katana UA меня интересует footer date. Программа подготовит список коммитов. Ниже мы можем просмотреть изменения по каждому файлу отдельно. И дальше создаем просто-напросто create pull request. Имя любое. Можно дописать fixes, там, допустим, 3, чтобы добавить одновременно комментарий к коммиту. Создаем pull request. И мержим изменения.